«Эх, хорошо-то как у вас», — сказал я, подходя к забору. «А что ж тут хорошего, ангел мой?» — живо отозвалась старушка. «Лес да комары, дом красивый, серебряный. Отец-то мой, батюшка Орехий Орехиевич, этот дом 100 лет назад построил. Как звали вашего батюшку?» «Орехий, так и звали. Орехий Орехиевич». «А как же вас звать?» «А меня Орехивна». «Ты посиди, посиди на стульчике, не спеши». «А так ничего хорошего, ангел мой, лес да комары».